Приветствую вас, и как-то вот знаете, вы, Мария, больше про погадать свой вопрос задаете, вот, как-то в большей степени вы по, скажем, ну, по предсказать больше. То есть взять ответственность за вас, к примеру, нам, вот, потому что, что от мужчины ждать, например, может знать только он, что делать вам, решать точно только вам. Тут интересен другой момент, что с первым мужчиной у вас отношения не сложились, от которого ребенок. Со вторым мужчиной у вас отношения тоже не сложились. Ну, не складываются явно, да? Вот. Вот это гораздо более важный момент, на мой взгляд, чем то, что вы описываете. То есть давайте все-таки мы будем смотреть на ситуацию, да, именно вот как-то с вашей больше точки зрения. С вашей позиции больше, с вашей, с точки зрения ваших желаний, с точки зрения ваших потребностей, с точки зрения, короче говоря, вас, да? Вот. А что же там будет делать мужчина, да, это уже по большому счету его личное дело. Вот. Значит, многие мужчины ревнуют. Многие мужчины ревнуют к детям. И как бы для них дети являются, ну вот, дети от предыдущего мужчины, да? А для них дети являются, скажем так, напоминанием о том, что этот мужчина, он не единственный в их жизни. Вот эта женщина, да, этот, то он, мужчина, не единственный в жизни женщины. И некоторым мужчинам, да, вот особенно там неуверенным в себе, вот, им сложно. Им сложно как-то вот с этим мириться. Мне здесь, конечно, не совсем понятен тот аспект. Мне здесь не совсем понятен тот момент, что вы просто взяли, засобирались и ушли. То есть вы не пытались там с мужчиной, например, со своим поговорить, как я понял. А вы не пытались ничего выяснить у него, да, почему он так себя ведет. То есть вы пишете, что ситуация просто вас начала раздражать, да, она вас раздражала, вот. И вы, соответственно, решили уйти однажды. О,
То есть, на мой взгляд, это несколько странная позиция, я бы сказал. В том смысле, что между вами как будто бы нет доверия. Между вами и вот, ну, и мужчиной. Это такой момент. Значит, я думаю, что, скорее всего, человек будет продолжать какое-то время еще к вам тянуться, вот, именно какое-то время он будет продолжать это делать, но спустя, там, какое-то время он будет все меньше и меньше и меньше этого делать, особенно если вы будете как-то вот свою позицию больше продвигать. Вот. Ну, в том смысле, да, что либо ты относишься к моему ребенку хорошо, либо мы с тобой не вместе. Вот. Я думаю, так. Ну и, конечно, это должно быть проблемой. Вот. Должно быть проблемой для мужчины. То есть, если для нее это, если для него, для вашего мужчины это не проблема, то, что происходит, если он считает это нормой, то шансов у вас на отношения практически нет. Обратите внимание на то, что вы говорите, что хочется, конечно, быть вместе. И мне очень интересно показался этот момент, потому что, ну, интересно, почему вам хочется быть вместе. То есть вы не говорите, что вы его любите, вы не говорите, что вас это связывает. Вы просто говорите, что мне хочется быть вместе. Зачем? Вот именно вам зачем быть вместе? Какие у вас желания? Чего вы хотите здесь? Вот. Это важный момент. Потому что от того, как вы воспринимаете мужчину и от того, как вы себя с ним ведете, ни много ни мало зависит будущее ваших отношений. Поэтому мне представляется такая история, что этот момент нужно обязательно рассмотреть. Дальше. Значит, так, вы пишете, да, что он не любит и будущего не видит. Но мне кажется, что человек здесь немного лукавит. Вот. Он, скорее всего, просто боится близости. Вот. Многие люди ведут себя примерно так же, да, то есть вот говорят, что не любят, да, потому что им, ну, боязно. Боязно признавать своих чувств, да, по их мнению, это может сделать их, ну, скажем, уязвимыми, например. То, как они себя чувствуют, мужчины. Особенно, если это зрелый мужчина, да, достаточно уже опытный, зрелый, вот. Поэтому, на мой взгляд, относиться к его словам серьезно не стоит. Но, с другой стороны, еще раз повторю, у вас желательно, чтобы была как можно более четкая позиция по отношению к нему. Понимаете?
Потому что на данный момент вы не знаете, что вам делать. То есть, если вы нуждаетесь в нем, если вы в нем нуждаетесь, то давайте подумаем конкретно о том, в чем и почему вы в нем нуждаетесь. Если вы в нем нуждаетесь, именно в мужчине. Вот. Если вас это не устраивает, ну давайте тоже подумаем, что именно вас не устраивает. Вот. Понимаете? Так что мне кажется, что вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, да, то есть я понимаю, что возможно это немного, но у вас вот такой вопрос. Значит, вам самой нужно решить, что делать дальше. Тут вот вы пишете, да, что, значит, так, что дальше от этого человека? Ничего решительного, стоит ли бороться за него и как, или отпустить, а бороться это вообще как, Мария? Вот, сами вы, как вообще это понимаете? Как вы понимаете сами борьбу? Ну, просто поясните, чтобы было понятно. То есть, мне кажется, что вот вы пишете, ведет, когда сын с нами, значит, жена себя ведет, когда его нет, значит, довела меня эта вся ситуация, я собрала вещи и ушла, он меня не останавливал. А должен был остановить. То есть, как, вот, ну, как вы себе это представляете вообще, понимаете? Должен ли он был вас останавливать? Ключевая эта история какая, да, она вот в этом. И первый говорит бороться. То есть, а как вы предлагаете бороться? Соберитесь, например, допустим, и у вас ребенок, да, сын 7 лет. Значит, поставьте, к примеру, мужчине условия, что он либо он. Значит, делать что-то, да, для того, чтобы быть ближе к вашему сыну, то есть, ну там, разделять с ним какие-то вещи, да, и так далее. Либо пусть выскажет отношение к нему, либо пусть признает проблему и уже что-то с этой проблемой будет делать сам, к примеру. Вот. Но на мой взгляд, если человек, вот он сказал, да, что не любит вас, допустим, то вряд ли он, ну, будет делать что-то, там и там. Довольно тяжело принять
ребенка женщины, которую ты не любишь. Наоборот, когда такая история возникает, ставится под сомнение. Под сомнение любовь. Вот. Понимаете? Поэтому тут очень вам решать. Один, обращаю внимание на то, что лучше для ребенка, да, то есть вот что для него лучше, именно для самого ребенка, что лучше. Отдельно обращаю ваше внимание на это. И отдельно обращаю ваше внимание на то, что мужчина старше вас на 11 лет. То есть для этого тоже должны быть свои причины, почему вы выбрали именно такого мужчину. И если вас тянет к нему, то как? Как вас к нему тянет? Это очень важная история, в том числе. Вот. В целом, ваш вопрос это больше вот как-то по предсказаниям, вот в целом. И по предположениям, по гаданиям. Потому что... Только вам решать, исходя из того, вам нужно все взвесить, вам нужно проанализировать, да, какими были ваши отношения, что вы подразумеваете под тем, что все было хорошо, как вы говорите. Вот что вы под этим подразумеваете. По какой причине вы выбрали именно вот такую модель поведения, да, что вы просто вот не стали ничего выяснять, да, вы просто взяли и ушли от него, ну, от мужчины, я имею в виду. Вот, от этого свой есть причины. И нужно с этим разбираться. Тогда уже, я полагаю, вы для себя определите, что вам делать дальше. Вот. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Как это, по крайней мере, вижу я. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.